Глава округа Андрей Булгаков проголосовал на избирательном участке в микрорайоне Чкаловский вместе с сыном Павлом. Как молодой человек сам признался, в этот день немного волновался, ведь это для него первые выборы президента. Это были мои первые выборы. Я очень рад, что на них пришел, проявил свою гражданскую позицию, сделал свой выбор. Я считаю, что это важно каждому человеку в нашей стране выбрать президента. И мне вот сегодня посчастливилось вместе с папой проголосовать. Также сегодня проголосую вместе с бабушкой дома, дистанционно, через новую систему. Здесь же, на участке, руководитель муниципалитета вместе с сыном приняли участие во всероссийском голосовании по формированию комфортной городской среды. Выбираем территорию с вами. Узнать подробности о каждом объекте, представленном на голосовании, можно у волонтеров, работающих на избирательных участках. Важно то, что в одном месте и в одно время есть возможность исполнить гражданский долг, проголосовав на выборах президента, а также внести вклад в развитие малой родины, благоустройство нашего городского округа. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.